день скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ой, как здорово. Здравствуйте, ребята. А мы Антона в гости ждем. Так-так-так. Вот мой любимый сырочек. А вот это маслица сливочная. А вот это хлебушек. Ой, ну где же бутерброды с коксиком? Ой, то есть коксик с бутербродами. Ой, бегу, бегу. Вот, 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 как ты просила. Три бутерброда. Да где ж три-то? Гляди, на двух колбасы нет. Эй, да ну не может быть. Ты что, колбасу съел, да? Нет. Да как же нет-то? А что ты тогда жевал только что? Ну-ка. Ой, кажется, колбасу. О, я нечаянно колбасу съел и не заметил. Ой, что ж теперь делать-то? Да, нужно срочно включать смекалку. Включай, не включай, бутерброды-то не появятся. Еще как появится. Интересно, как? Здравствуйте, дорогие друзья. Ой, привет, Антон. Здравствуй. Ух ты, какой красивый стол. Какие вы молодцы. Чего здесь только нет. Даже мой любимый бутерброд с колбасой. Не бутерброд, а бутерброды. Да? Да. А я вижу только один бутерброд. Но если внимательно посмотреть, можно увидеть один бутерброд с колбасой и два бутерброда без колбасы. Ха! Бутерброды без колбасы. Шуня права. Таких бутербродов не бывает, Коксик. Дело в том, что бутерброд – это немецкое слово, и в переводе оно означает «хлеб с маслом». Только с маслом? Да. А бутерброды с колбасой, с сыром, с рыбой и другими продуктами появились гораздо позже. А вот мне больше нравится с колбасой. А я с сыром люблю. Вообще, дорогие друзья, существует более 100 видов различных бутербродов. Больше 100? Ну да. И ну. И один из них называется канапе. Вы знаете, что такое канапе? Нет. Это такие малюсенькие бутербродики. Малюсенькие? А как же их делают? Сейчас покажу. Коксик, там у Енотыча на кухне где-то были формочки для печенья. Принеси, пожалуйста. А, сейчас. Так вот, с помощью этих формочек для печенья делается канапе. Нашел! Вот. Вот. Мы берем кусок хлеба. Так. Кладем сверху кусок сыра. И придавливаем, как следует, придавливаем формочкой для печенья. Так. Затем... выкладываем. Ой, как интересно. Протыкаем палочкой, которая называется шпажка. Так. И получаем канапе. Здорово как! Так, а какие еще бывают бутерброды? Да. Например, мы можем сделать бутерброд-пирамидку. Пирамида? Это здорово! Итак, берем кусок хлеба. Так. Намазываем маслом сверху. Так. Так, 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 так. Вот это вот настоящий бутерброд, да? Хлеб да. С маслом. Классический. Так. А дальше кладем что? Сверху кусок салата. Так. Затем, чтобы было интереснее, берем черный хлеб. Кладем сверху помидор. Так. Потом как берем красиво. Белый хлеб. Так. Поменьше. Поменьше кусочек. И сверху кладем что, как вы думаете? Я не знаю. Огурец. Правильно, Коксик. Затем берем совсем маленький кусочек черного хлеба. И кладем сверху ветчину. Ой, а если ее проткнуть шпажкой, то получится парус. Давай попробуем. Так. Ну-ка, раз. Ой, и два. Кораблик, кораблик получился. Вот так как... бутерброд мы изобрели. Да, здорово. Придумали. Только, мои дорогие друзья, бутерброд изобрели вовсе не мы. А кто? Например, бутерброд-сэндвич придумал житель Англии сэр Сэндвич. В его честь этот бутерброд так и назвали – сэндвич. А я знаю, мне Енотыч рассказывал, что сэндвич – это
закрытый бутерброд. А где его закрывают? Его нигде не закрывают. Он двуслойный, а потому закрытый. Делается он вот так. Берется кусок хлеба. Сверху кладется начинка. Любая. Ну, например, ветчина. Это здорово. Сыр. Помидоры. Что мы можем положить еще? Можем редиску. Да. И еще что? Салат. Салат. Огурцы. Огурцы обязательно. И накроем это все другим куском хлеба. О! Вот и получился у нас такой бутерброд. Здорово! Больше всего этот бутерброд пришелся по вкусу жителям Америки. Они даже стали праздновать День сэндвича осенью, 3 ноября. Вот здорово! День рождения бутерброда! Ну, это, конечно, здорово, но до 3 ноября еще далеко. Да. Ой, а что я придумала? Ну что, что? Что я придумала? А я знаю, я знаю, что придумала Шуня. Что? А давайте отпразднуем День бутерброда здесь, в Шишкином лесу, прямо сейчас. Ура! День рождения бутерброда начинается! День рождения бутерброда – самый вкусный день в году. Сколько, сэр, не закрывайся, все равно тебя найду. Извините, сэндвич, сэр, если я сейчас вас съем. И я вас съем. И я вас съем. День рождения бутерброда – самый вкусный день в году. Думаю, наши юные кулинары теперь сами смогут приготовить для себя и своих близких вкусные бутерброды. Самые-самые разные. Только нужно проявить смекалку. И изобретательность. Угу. Ну что же, друзья, нам пора прощаться с ребятами. До встречи. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь. Новое знание, новая радость.